Сегодня день открытия магазина, который строился полгода. Идем туда, посмотрим. В общем, все ходят потерянные. Такие цены 3,99. Сосиски фене. Смотри. Вроде цена 8,50 штук. Мы, по-моему, брали. 8,50 это хорошая цена. Ну давай посмотрим. И французские, да? Да? Посмотрим, сколько они стоят. Это у Боди Зет. Вот эта штука моя. Евро 99 стоит. Угу. Считай, ее возьму. Угу. Смотри, креветки 7,89. Что-то видим, как и на раках делают. Мне бы хотелось несколько, но этих самых, но больших. А это не раки, это краб. Краб. А, ну да. Ты что, возьмем креветки, нет? Хочешь? Ну да, с макаронами, с овощами. Не знаю, мне почему-то это больше нравится. Хорошо. Дорого, 25 евро. 22 евро. 12 евро. Дорогие вот. Кобею, что я покупала, теперь уже 14 евро, видишь? Кобею. Кобею это что? Нет, это ж я вот это. Калинка. А, калин я покупала. А, вот калин. А нет, подожди, вот. Вот это. Вот уже как торговать. 36, да? Дорого. Может взять для пожарим. С луком же вкусно. Да, очень вкусно. Папа. Огурец евро 29, кабачки евро 99, дорого. Бери 3 штуки, сделаем творог. А, ты хочешь творога? Да. Ног де фуа-гра 83 евро килограмм. Скажи, сколько он стоит? Да, 69 центов. А, 69. И такой же клик. Все такой же клик, только... Больше нет продукции, да? Да. О, о! Okay. Что будем брать? Что ты хочешь? Если бы с этим... С мятой, да? А вон вервен, это зеленый. А что вот, вот эти вот, Нельсон? Вот мне, почитай. Мне интересно, давай, папайя тут. Что тут ароматизаторов не было сегодня много. Вот еще смотри, совер фрейз ваниль. Ось. А, это робуста еще здесь. А, ром, зараза. С арома сильно много. Тоже робуста. Ой. Ситром, масоду, вот этот мант пуавре, это что? Пуавре, это что? Пуавре с перцем. А, с перцем. Нет, с перцем. Мне бы просто мант. Мяту. И никакой пуавре? Вон мята, вот. Смотри, о, вот это мне. Вервена мята, я люблю. С мятой. Хорошо. 99 центов. Барин
Мука 79, здесь хорошая цена. Ну вот мука. Бери вот эту муку, да, пожалуйста. Сколько? Где? Две. Нет, бери вот этот. Папа, мне тоже взять еще один. Еще взять, хорошо. Это мы для тирамису возьмем, сделаем. €69. Маскарпоне. Пардон, мадам. Сегодня скидки, смотри, 9 евро. Да. Кит Ман Либер. Это что? Ауфетсил. А что? Ну, я не могу. А, пардон, Миша. Для чего это? Это чтобы металл резать. Ага, и то. Конфетки. Для ребенка возьмем. Ну что, будешь ваниль искать или пошли? Ваниль. Возьмешь пока еще сахар ванильный. Масло сильно подорожало. Это заменитель масла. 9 евро стоит килограмм. Томат 3,70 евро, 5 недавно стоил. Цены растут на дрожжах. Вода. А, это Вольви. А, сироп. А, вон, 2,25. Гренадин. Гренадин евро 79. Давай возьмем гренадин, Даня. Да. Сама ж ты дома, правильно? Ты уже в школу не пойдешь, а ты, ну, в этом году точно, да. А, две штуки, да. Ментол фруи, а евро. Там я видела один носил для меня. Да, в день открытия такую. Разыгрывает икру, да? Мамочка. На 30 евро. Купишь и... Давай, Дань, ложи. Сейчас. Другой рукой, да. Другой рукой. Давай. Стой, мама, снимай. Давай. Так, и что? Играем. Это что? Нет, проиграли. Проиграли. Домашний папу все по. Понятно. Что это, Даня? Это чтобы выкидывать разные, да? Ампуль это что у нас? Это лампочки. Это лампочки. Или это батарейки. Это компост. Компост. Это пластик, а это всякие там книжки, картоны, бумаги. Вот. Хороший новый магазин, только здесь нету для вот таких сумок места оставлять. Приходится с собой в магазин везти. Это не продумано. Здесь в основном французы.
приезжает на машинах. Вот так, уже даже строительных нету никаких машин, ничего, закончили вовремя. Вот такие французы.